вот пошел. Привет, Москва. Где в LA, в Голливуде? Вот такие тут чудесные агрегаты. Отлично. С утра чуть-чуть прохладно, влажно. Дышится хорошо. Привет, Краснодар. Что делаю? Приехал к соревнованиям готовиться. Не, мне дома хорошо. Всегда приезжать, так погостить. Интересно, конечно. Вот. Так уже старый. Я варьирую разные кардио. Особенно учитывая, что сейчас 4-я неделя без углей, и сейчас особенно жесткие там ямы. Вот. Поэтому решил сначала бегать в гору, да, а с горы уже восстанавливаю ритм, иду. Вот. БЦА, да, пью. Ничего больше не остается, кроме БЦА. Привет, Киев. Не, Арнольд, Тёма не будет выступать на Арнольде. Мы с ним поедем устанавливать стенд его бренда Golden Aesthetics на Arnold Classic. Это, так сказать, его дебют будет. Да ничего с кортизолом нет. Нет у меня кортизола. Сейчас приду, десятки яиц засажу и до свидания, кортизол. С Клоковым еще не виделись, Клоков Агая. Я сейчас еще в LA. Я не грустный, я полудохлый. Ой, там дурачки подтянулись. Привет, дурачки. Вот, привет, ребята, привет. 4-го выступления. Латвия, привет. Здесь снег лежит только в горах, на вершинах. Можно рассмотреть хорошую погоду, когда смога нет. Нет, выступление в Огайо 4 числа. О, отлично, Воля, молодцы, ребята. Вы там без меня не расслабляйтесь. Я приеду, устроим новый сезон. Последнюю тренировку зимы сдали на ура. Привет, Рязань. Спасибо, братья. Спасибо, спасибо. Постараюсь. Ну, форма стала действительно лучше. Даром не проходят труды. Вот. Поэтому сушусь потихонечку. Сегодня поеду немножко фасции расширять, разминать спину. Вот. А потом будем снимать тренировку в Gold's Gym. Вот. Тренировку груди с Артемом, там со Стэном. Еще с различными ребятами из команды. Да я вообще, в принципе, сейчас мало, кроме нормальной еды, что-то ем. Кардио от 120 до 160. Огурец. Здесь не растут огурцы. Али у Артема можно будет посмотреть тренировки. Вот. У меня тоже на канале я выложу. Нет, белок, мясо, очень много мяса. Рыба. Вот. Шпинат, аспарагус, спаржа. Они хорошо воду выгоняют. Вот. Это холмы голливудские. Я тут все названия всех улиц не знаю. Сейчас делаю кардио. Иду потихонечку вниз по горе домой. Сейчас завтрак буду делать. Наверное, яйца 4 цельных. И добавлю туда яичный белок очищенный.
еще дополнительно. Такой вот у меня утренний омлетик получается. Ну, может, еще спаржа. Там штучек 6. Ну, так разница в 11 часов. Желтки я обычно 4 с утра ем. Собственно, как витаминки мне. Живу в гостях. Вот. Блин, ну кто я вообще? Зайди на страницу аккаунта, посмотри, кто я вообще. Блин, черт, такие случайные гастролеры здесь заливают. Да я не живу в США, я приехал на соревнования. Просто кто смотрит этот инстаграм, как часто очень задают вопросы про то, как я питаюсь. Поэтому я и пишу. Соревнования Арнольд Классик США. Нет, из физиков у нас еще, получается, 3 или 4 человека, там Прокопьев, еще парнишка, который в Штатах живет, тоже зарегистрировался от России выступать. Вот. О, Сталинград, привет. Екат, любимый Екат. Привет, Украина. Льняное масло везде есть. Да, мы с физик. Все, дурачок, отписывайся от меня, иначе в бан сейчас прям сразу пойдешь. Спасибо, братья. Рад очень слышать. Физик классик, я честно вообще выпал как-то из темы. Я не знаю, на этом АК будет она. Я даже не узнавал. Настолько как бы был занят подготовкой. Ушел весь процесс этот. Иду с кардио домой. Да, акклиматизации как таковой вообще не было. Спасибо, спасибо, ребят, за поддержку. Я просто с момента, как приехал, я из аэропорта поехал с началку. Вот, и, собственно, там двухчасовая тренировка. Потом дополз до дома и уже, когда проснулся, сами понимаете, никакой акклиматизации даже там не пахло. Ну, стаж у меня вообще занятий 19 лет. Может, больше уже. Да качок, качок. А так, обычно в межсезонье, ну, максимальный мой вес, это где-то 98 килограмм. Окей, I'll try it. Where are the terrorists? Но мы сейчас поедем практически через все штаты. Из LA поедем в Колумбус. Вот, и дальше уже, соответственно, там будем заниматься. Stop riding me, fucking freak. В ЛА сейчас раннее утро, 8 часов. Спасибо, ребята. Прямой эфир я попрошу, может быть, если кто-то, у кого-то будет возможность, чтобы, может быть, трансляцию Перископ сняли. Вот. Да не, ну там какой-то сумасшедший пишет. Господи. Может, он даже русский сам. Жестить, да, надо. Поэтому и жестим. Каждый день.
Раскачу. Два раза кардио, вне зависимости от сил оставшихся. И тренировка. В последнее время вообще не взвешивался. То есть я смотрю исключительно сейчас по форме. О. English, sorry, I can't speak English for everyone. I'll try, maybe I'll try to say some words, but the whole guys in this periscope the most are Russian speaking. So sorry. And maybe in future I'd like to make some English language and translations, but for now, sorry, I appreciate this. Yeah. Видите, симки не знаю, пока сушатся. Протеины, блин, ну протеины, ребята, из еды нужно жрать. Лучшего источника нет. Когда уж совсем туго, можно что-нибудь доливать. Талию больше скручиваний. Реально надо работать на пережигание, на уплотнение массы. Выгонять воду оттуда. Нет, я уже с горы иду. Салам. Привет. Мне там говорят, вроде тоже есть бородатые какие-то. Нет, скручиваю хоть на полу, встал там, главное количество доводить там до там 2000 в сутки. Вот, хорошо, всем привет. Ладно, пошел завтракать. Пока.